Александр Маршал готов взять оружие и воевать вместе с жителями Луганска. Российские музыканты в ЛНР дали концерт, посвященный Дню Победы. Душой и сердцем Александр Маршал вместе с луганчанами. Известный российский исполнитель принял участие в концерте, приуроченном к празднику Победы. Вместе с ним в Луганск приехали Вадим Самойлов, Виктория Цыганова и Олег Газманов. Музыкант признался местным жителям, что восхищен тем, как они держатся в таких непростых условиях. «Я не знаю, как то, но я с вами душой и сердцем, и если нужно будет, я оружие возьму и пойду. Спасибо за то, что вы есть, и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь», — заявил Маршал. Певец подчеркнул, что 9 мая считает своим долгом быть жителями Донбасса. Как рассказал журналистам замминистра по делам культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич, концерт стал продолжением цикла мероприятий, посвященных Светлому Дню Победы. Суть праздника отражали песни в репертуаре выступающих, в частности, один из основателей российской группы Агата Кристи, Вадим Самойлов, открывая концерт, исполнил песню «На Берлин», первые строки которой родились именно в Донбассе. Эта песня созревала она не только после приезда на Донбасс, но и моих экспедиций в Сирию, выступления в Севастополе, в Крыму у наших военных, рассказал зрителям Самойлов. Виктория Цыганова исполнила среди прочих своих хитов песню «Новороссия». «Сегодняшний концерт для меня, действительно, большое счастье, большая радость, потому, что это действительно единение», цитирует артистку РИА Новости. Завершил концертную программу Олег Газманов, который представил в Луганске песни из нового альбома. Украинские СМИ, комментируя эту новость, напоминают, что все эти российские исполнители внесены в черный список украинского сайта «Миротворец».